Ткачевникову, руководителю департамента аудио-видеотехники компании Panasonic Россия. Добрый день, дамы и господа. Рад вас приветствовать на выставке CE-Expo. Продолжаю спортивную тему, начатую моими коллегами. Для нас эта выставка очень важна, поскольку это первое мероприятие такого масштаба, на котором мы во всеуслышание заявляем о своем стратегическом партнерстве с Олимпиадой в Сочи 2014. Как вы знаете, компания Panasonic уже больше около четверти века является поставщиком аудио-видеотехники для всех Олимпийских игр. И, соответственно, и Лондонская Олимпиада, которая пройдет в этом году, и Сочинская Олимпиада не обойдется без нашего участия, без того, чтобы с помощью техники Panasonic любой человек в любом уголке Земли мог насладиться моментами Олимпиады. И, соответственно, сегодняшняя выставка, сегодняшний стенд наш тоже посвящен Олимпийским играм. Вы увидите прекрасное ледовое шоу, вы увидите интерактивные игры, связанные с Олимпиадой, вы увидите новинки аудио, видео, фототехники. Все то самое интересное, что мы подготовили для того, чтобы этот год для вас прошел весело, интересно, насыщенно и удачно. Также мы подготовили...